зажигательные ритмы духового оркестра гостей парка Раздолье встречали сказочные персонажи. А погода сегодня замечательная! По-настоящему летняя погода царила на открытии. Под кронами деревьев на территории 47 гектаров Раздолья – мечта для детского отдыха. У 9-летней Марины мечта была попробовать себя в роли скалолаза. Именно в парке на веревочной трассе почти в 2 километра сбылась. Девочка переехала с родителями в Подмосковье из Владивостока. Признается, такого парка еще не видела. На Дальнем Востоке парки, они без сетки, со страховкой, а тут можно спокойно пройти, не боясь. Безопасность не только на трассе, в парке она превыше всего. Территория оборудована тревожными кнопками и камерами видеонаблюдения. Проектировщики учли еще один важный факт – лесной массив. Это не городская территория, не какой-то освоенный участок, а это лес, причем лес, обладающий специальным особым режимом. В этой связи, если вы обратите внимание, дорожки, например, сделаны не асфальтовые, а из специальной конструкции. И при проведении всех мероприятий старались максимально поддерживать деревья, лесную среду, чтобы сохранить ее в неизменном виде. В этом парке сохранили и спортивную историю, ведь еще 40 лет назад местные жители любили играть здесь в волейбол и бадминтон, а теперь есть возможность посоревноваться и на баскетбольном поле или потренироваться на площадке воркаута. Не пустовали в день открытия и памп-треки. Спортивные площадки на очень хорошем уровне. Конечно же, время покажет в действительности, как они, но в данный момент хорошее, удобное покрытие. Конечно, если бы такие площадки были в мое время, когда я занимался, то моя карьера спортсмена выглядела бы гораздо лучше. Зарядка с хвойным запахом леса. Парк Раздолье для увлечений не только спортивных. Организаторы позиционируют его для активного семейного отдыха. 12 километров пешеходных и велодорожек. Настоящее Раздолье для гостей любых возрастов. Раз, два, три, пять, шесть, семь, поворот. Научиться танцевать, сыграть в шахматы и узнать историю велосипедов, а еще вязать, клеить игрушки, петь и получить за это мороженое. Мастер-классы в день открытия на любой вкус. В этом парке они будут постоянно. Наша территория экологически чистая. Мы считаем, что как раз развитие парковых зон – это и есть наш драйвер экономического роста. И дальше будем придерживаться этой стратегии. В ближайшее время также активно, празднично откроем еще один наш парк, велодорожка «Виражи», который тоже, я думаю, будет пользоваться огромной популярностью. Теперь у жителей Одинцовского городского округа и гостей вопрос, где провести время, не стоит. Можно заглянуть в Раздолье. Принимать гостей парк будет круглый год. Василиса Ивашкина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».